Если вы видите много машин, значит, вы в пробке в Москве. Так, что у нас здесь? У нас здесь жопа какая-то. И перед Кимками жопа. Так, а куда мы, соответственно, едем? Мы едем в Шереметьево аэропорт. А зачем мы туда едем, Матвей Андреевич? За шкафом. Мы едем за шкафом. Едем в аэропорт. Матвей купил билет. Поедем, прокатимся. Полетим мы сейчас куда-нибудь в Татарстан. Опа! Мы в Москве. Опа! Камера, мотор. Матвей у нас где? Дубль. 1-2. Терминал Б. Короче, что, летим мы в Казань, ребят. Через час мы будем в Казани. Но это не точно. Сейчас, если Матвей возьмет пивка, может быть, и не улетим. О, нам же можно и пивка взять. Мы можем и пивка сейчас взять. Главное, чтобы не проебать самолет, как я в тот раз. И не поехать потом на модель. Да, разуваться надо. Это у кого каблук, либо большая форма. Вот у меня как на вас выглядит. Нормально. У тебя каблуки. Она говорит про тебя, либо говорит каблук, так что разувайся. Каблук — это ты, цены, ребят. Итого мы дали 5100 рублей. Можем хлеба на 1000 взять, пойдем. Сейчас, подожди, фрикадельки. 800 рублей. Могу себе позволить. 800 рублей, нахуй, да, за мой счет, да, брат? Я тебя дам, такой. Гриль. Так, окорочок мой, пятихатка, нахуй. Кабачки, гриль. 200 рублей. И пиво 2000, нахуй. Нихуя вот это цены. Покажи, что там у тебя вкусного, нахуй. Бутерброд. Так, бутерброд матвеевский. Где он? Сэндвич с курицей, 650 рублей. Что это такое? Вот это? Это с НДСом. Там вот выход далеко-далеко, 108. Все стоят. Пусть стоят. Все равно без нас не улетят. Будет нас ждать. Хорошо. Сколько время? Время 19:28. А у нас посадка 19:30. 2 минуты. Засиделся? Никогда не успевали. Бежим. Успели. Погода шик здесь, да? Снега навалило, блядь. Чё там, Матвей, ты HPI? Ёп. Курим, короче, и едем. Казань, привет. Снежно у вас тут. Лакшери. И лучше. Это Матвей в бизнесе едет. Братишки буксуют. В Казани, блядь, снега. Пиздец. Мы приехали в гостишку. Батя сигарету, нахуй, быстро. Слышали, что он говорит? Батя, дай мне сигарету, говорит. Видал, как крутит там? Буксует? Жучка видал на месте, да. Ослики.
Это, Матвей, бери себе картину на ночь. Так, стоять. Ого! Ой, блядь, это нахуй, блядь. Иди сюда. Мой голос. Чё там? Почему бани, блядь, не растопились? А то что, баня есть? Конечно, я же, блядь, взял. Да ладно. Ну ты, конечно, бом-бом-бом. Зачем ты ездишь? Мы менты, нам похуй, понял, блядь. Так, париться пойдёшь, блядь? Сейчас вот эту женщину вызовем, пускай она включает. Парилка? Да. Так, пошла у нас греться банька. Долго будет она греться, интересно? Полчаса. Слушай, ну там и тепло уже. Хопа. Хопа. Ага. Бля, Матвей опять пиво набрал. Чё, Матвей, мы, блядь, по делам приехали или пью попить? В баню нахуй. Время 11:30. Да, нормально. Правильно? Пивка попьем, попаримся. Сейчас пивка попьем, попаримся. Илюх сейчас должен приехать. Илюхе осталось 150 километров. Опа. Вот так вот раз. Хорошо. Давай, Матвей, открывай пивка мне. Лови носок, блядь. Нет, братишка, не надо, не, отравиться можно нахуй. Надо постирать. Ультрауки, этим ужасным газом нахуй. Может, ей пойди, блядь, это самое, да? Денег? Прачка, есть? Я умнее тебя, я с собой новые носки взял, в кармашке лежат. Так я же не был дома. У тебя нету дома просто. Нет дома. Бля, слышь, ты видал, лампочка какая? Колесо нахуй, ну крутани его. Блядь, перемкнет разочек, нахуй. Давай, бань, топи. Не горит. Это вот здесь... А, нету. А, вон, у меня есть. С той стороны, смотри, выключай. У меня нету. А вот это что такое, блядь? Какая-то лампочка, блядь. Братишка стоит в пробке. В гостишку здесь заселились. Дела у нас здесь нагрянули. Приехали делюгу решать. Это все на выгрузку, все забито. Стоит мой малыш. Малышка. Ну и Люк тоже малыш еще. Что это за красотка здесь стоит, а? Грязнулька. Здорово, Илюха, 40 рус. Здорово. Я пришел и разрулил. Езжай, разгружайся. Ну, разгрузишься, наберешь. Да, да. Видите, как красиво Илюха поехал. Просто, бля, приехал, все стал. Все стоят направо, а Илюха поедет налево. Хопа, нахуй. Слушай, это, бля, как в бэхе тепло. Да не, блядь. Мы до завтра будем ждать. Слушай, с такой бани, блядь. Ты видел, да, как там? Ты же спать туда пошел. Ой, блядь. Теплый, ёбаный мать. И снова седая ночь.
Время 2:30. Вот сейчас только показывает 90 градусов. Она только сейчас нагрелась. Что там, хорошо? Надо было футболку постирать, повесить. Высохнет? Конечно. Вот мы заехали во сколько? 11:30. В 11, наверное, где-то. 11:30. Получается час, два. Ебан, 3 часа топилось. Выключай свет, будем спать. Утром пойдем попаримся, блядь. Петуха попарить, нахуй. Да, блядь. Ну куда уже париться, когда уже спать охота? 94, братишка. Все, выключай, попарились. Я еще таймер поставлю, пускай хуярит до утра, блядь. А, за это уплочено, тем более, нахуй. Конечно, он сейчас света намотает, блядь, на месяц вперед, нахуй. Ребят, доброе утро. Короче, напарились вчера от души. В 3 часа ночи. Матвей, говорит, утром вставал, говорит, парилка к 6 разошлась, да, или к 5 там. Ну, короче, завтрака и едем. У нас такси, короче, будет сегодня шикарное. Смотрите, мы на чем едем. Да еще и с подписчиком. Пиздец тут на стоянке, на. Короче, мы что, вышли с гостишки, стоит подписчик. Мы машину такси собрались вызывать. Вот. И он говорит, да давайте я вас отвезу. Теперь у нас личный таксист. Как тебя зовут? Ислам. Ислам. Наш сегодняшний таксист. Чисто по-братски, говорит, давайте отвезу, прокачу. На новой Audi, говорит, похвастаюсь вам, да? Илюха здесь где-то должен щемить. На стоянку не пустили, где-то на дороге, наверное. Да, вот кому хуевенько ездит сейчас. Братишка, бля, буксует. Мишлен рулевой. Вот этот продается. И вот этот. Барабаны, трещотки. Как положено. Опа, опа, опа. Что там, братишки? Что-то немножко колесо не видно. Колеса, блядь. Слушай, зато удобно тут что-то мазать, барабаны. Хуя тут доски, как в сарае для поросят нам. Поняли бы, что с крыши? Чё с крыши? Закрыто, нахуй. Да все перестилать, я думаю. Нормальный протектор. Протектор пойдет. Бля, надо было костюм делать. Зачем? Сейчас грузить собрался. Чё ты хочешь? Бля, знаешь, что я вспомнил? Чё? Помнишь, когда мы
Где мы хуярили? По ленинградке, по платке. Ты че? Когда тебе киданул такой братишка. Это мы были в Казани, сейчас я уже, конечно же, дома. Монтирую для вас ролик, лежу. Ситуация страшная и смешная. Вот сейчас Матвей сказал, я, говорит, вспомнил ситуацию, когда ты, говорит, типа, сказал, братишка, ребят, снег идет, гололед, мы едем на голове, возвращаемся в Калугу. Я еду с Матвеем, мы когда прицепы таскали по Москве, тогда снег шел, и мы вдоль Минки шли не по платке, а по бесплатке. И по бесплатке, короче, там железный переезд, без шлагбаум, без ничего вообще, хоть заброши. Но там кочки такие разъебанные. Впереди шла фура, за фурой шла легковая, Рено Логан. И я еду за вот этим Рено Логаном. У меня дистанция, ну, на 20-30 метров, ну, очень далеко. Я вижу, у нее стопы загораются, я плавно так вот ногу с газа убираю и потихонечку так на тормоз нажимаю. Ничего не происходит. Я прям так сильно давлю, ничего не происходит. Я прям, короче, упираюсь в сиденье нахуй, со всей силы начинаю давить в педаль. И она просто педаль колом, и АБС ничего не срабатывает. Обычно, когда в гололед, АБС, она передние колеса. А это просто, я догоняю вот этот вот Рено Логан на Вольве, на голове. Я ее догоняю, она все ближе и ближе, и все, я руля как вправо дал нахуй в обочину. Слушайте голосовое мое. Вы сделать крышку седла, ну, закрывать седло, чтобы не такое оно там с маской торчало, а вот, не знаю, из чего, из пластика какого-то, наверное, или может, чтобы в цвет выкрасить в красный, вот, на ней можно там, может, что-нибудь... Не оторвало ничего там? Да я думаю, нет, прям. Слушай, я вообще в пол ее нажал нахуй. А нельзя так делать, правильно? Как, в пол? В пол. Так АБС-то видал, да, похуй. Блядь, я понимаю, что в такой ситуации сложно, но надо потихонечку тормозить, понял? Нихуя, блядь. Бля, нихуя, я тебя записал, слышь. Ебать, чуть не расхуярился, на голове еду, ебать, в гололед попал, прикинь, как понесло, нахуй. Ебать, чуть не посидел, бля. Так, вот эту дрочку. Фу, бля. Да я тут полностью, по-моему, пиздец, ее все переделывать. Ну, если расшторивать бок, мне кажется, что эти доски охуеешь таскать, блядь. Ага. Я тебе говорю, вон она вот здесь, видишь, приваренная, блядь. Приваренная, ёбаная. Вот тут что, не видишь, что она приваренная? Она вместе с ней идет. Вон они, видишь, плинты стоят. Понятно, блядь? Стоишь, ну, ёпта. По-моему, пиздюлей тебя всыпет, скажет, что все прицепчик сломаешь. Теперь надо вот этот ёбаный замок. Ебать, ёбаный. Как утянуть-то хотел? Да, пока ты расставишь, вся груз уйдет нахуй. Приварен вроде. Ну, прицеп, да, дырявенький чуть.
Мне кажется, тут даже груз не спиздит у тебя ни разу. В натуре можно залазить нахуй. Подпольное погоняло, Матвей. Это все чинится, ремонтируется. Пригонишь, тебе все сделают. Это просто крыша меняется, братишка. Че, нихуя дело, крыша? Вот эта перемычка, все, пиздец. Да тут, слышь, он весь, он... Да ли пену купишь, нахуй, запенишь все дырки. Вот так? Да. Ты можешь картонку положить. Нормально. Матвей, пойдет тебе. А что ты хотел за 100 тысяч? Хотел еще 100 скинуть. Зато номера новые. И рамка новая белая. А? Да, видел, рамка новая. Бля, слушай, она того стоит. Бля, на фотографиях нормально. Живее смотрится. А тут рама, видал, по-моему, согнута, не? Должна быть. Еще одна корыта стоит. О, блядь. Ты, блядь, как туда залез, Ты с той стороны не зайдешь, братишка. А как ты зашел сюда? С той стороны. Ну и что? Поживее. Полы есть? У него там еще, он мне объявление показывал, еще в Ижевске есть. Ну, тоже там, слушай, можешь посмотреть объявление. Еба. Ну-ка, не-не, назад. Это какой у нас 22-й год, 8 февраля. Я на Вольве, она еще вообще не на ней ничего, ни фар, она ничего еще нет. Чисто сток здесь было. Но в Казани мы, короче, встречались. Это вот на Лексусе приезжал, да? Да. Сейчас после меня друг поедет на Гранте. А, вот музыку включал, да? Да. Как его зовут? Резван. Резван, привет тебе. Вот так встреча, да? Сколько лет прошло? 22-й, 23-й, 24-й. Полтора, почти два года. Прикольно. Цель нашей поездки в Казань. Вот это предлагаю Матвею взять. Говорит, не загрузишься сразу. Там, правда, дырки тоже в полу есть, нахуй. Матвей, пару слов туда-сюда скажи. Все, просто супер. Все супер у нас, короче. Супер Марс. Вот Матвей договорился, вот такой тырочку возьмет, сынок. Будет на складах снег чистить. Алло. Алло. Привет. Здорово. Ну что, ты не думал, ничего начать? Маленькая у нас тут экскурсия по Казани.
Ночью вчера ехали, конечно, много симпатичнее, красивее смотрится, город светится. Проезжали где вчера мечеть, там тоже все светится, каток светится. А днем что, едешь, снег и снег. Дедушки с бабушкой стоят. Вот куда надо ребенка везти. Кукольный театр. Матвей, не хочешь туда сходить? На куколку какую-то посмотреть. Да, ты любишь куколок. Кстати, отвези его на окружную. Там куколок много стоит. Театр его переболит, что ли, это? Типа просто было. Типа. Ну, что тут, я думаю, намного, да, красивее светится все. Правительство там сидит. Казань-мол приехали. Время скоротать. До самолета. Давайте мандарин парочку. Ну, вкусно? Да, нормально. По-моему, заебись. Необычный йогурт замороженный, короче. Так. Сейчас мы будем тут жару давать нам. Здрасте. Здрасте. Поехали. Я первое место занял, я второе. Вот сучка. Весь нам. Что, Анатолий, поздравляю тебя с бронзой. Видал, как тебя девка уделала? А тебя? А меня нет. Шереметьево на пятак мы, короче, пивка попили, а в Казани на пятак мы покатались. Два. Сколько получается? Два заезда, да, у нас был? По 2800. Зато удовольствие получили. Руки, правда, устали рулить нам. Опа! Пошла жара. С первого на второй. Сейчас на тот перейдем, вниз поедем, да? Я вообще не решил. Хочу, блядь. Хочу на лифте наверх лечу. Хочу, блядь, в Казань лечу. Когда в меню не особо шаришь. Набрал, блядь. Матвей какие-то булочки взял, блядь. Чудесные. Попробуй, по ресторанам не ходишь, кормит он. Кормит он, да. Ага. Тефтелями за 800, ног. Я вообще пришел тумьянечка ебануть. Сейчас покажу, принесут. Пока креветками давлюсь, сижу. Вот это вот должна быть вещь. Ракушки какие-то нахуй здесь. Твоя ракушка.
Огонь. И вид охуенный. Садись, братишка, покайфуй чуть-чуть. Ой, бля, слушай, ножки щекотит, да? А что, что может быть лучше массажа еще? Только массажистки. К сожалению, ты рожа не вышел для массажисток. А ты прям вышел смотреть. Да я, конечно, красавчик, если у тебя есть борода, девочки мне говорят, да. Да, ты должен. Ох, ебать. Вот это вот сюда ложись. А какой у меня там стоит? Японский. Ой, хочу... бля. Че, вставили? Приподняло, бля. Бля, заебись кайфовать напротив толчка. Кто знает, где место выбрать. Ну, бля. Закрывают как бы. Зато кайфуля нахуй. Румяный. А ты какой, армяный? Бля, вибратор включили. Как у тебя пульс в кармане. На победе поедем. Победа, победа, победа. Ну все, Казань, прощай. А мы поехали домой. Опа. Пожелайте нам мягкого взлета, мягкой посадочки. Матвей, водочки мне принеси, папа домой едет. Домой. Место куплено, чтобы папа сидел широко. Поехали.
Матвей прилетел, ура! А, это вылет. Матвей вылетел. Братишка, с вылетом тебя. С вылетом. Прилетел тоже. Я так долго ждал тебя. Я знаю, где ты был, брат. Где? Где вот это? Вот там. Мы плавно движемся на парковку. Вкусно? От кафе до кафе хуярится. Матвей от кафе до кафе. Короче, он там пожрал. Мы в ресторане сидели, он пожрал в Макдональдсе, пожрал. Сюда приехал, пожрал. Еще, говорит, дорогу надо взять, блядь. Еба молотит. У него что-то с глистами, наверное. Да, Матвей? А? У тебя что-то с глистами, наверное. Растут. Вот. Я вижу, уже скоро больше, чем у меня будет. Там. 2400? Че, сколько она простояла? Сутки? Вторые сутки пошли, братишка. Слышишь, что этот госномер неправильно написан почему-то? Почему? 009. А буквы? КНК. Короче, дело к ночи. Мы, ребят, все. Прилетели, приземлились, все хорошо. Мы в тачке, мы нашли ее. Все, мы поехали. Едем? Мы едем домой. Поездка у нас была не очень продуктивная. Ну, хоть покатались на картинге. Да, хоть... Нам нас... направо, наверное, или нет? Выезд-то вот, а, это второй этаж, не? Нам разворачиваться, наверное, практически. Почему? Наверное, так. А сюда на... можно? Нет? Тут нет ничего? Выход налево. Железок никаких? Нету, нету. Ой. Кирпичей нет, может? На самолете покатались, на картинге покатались, дрова посмотрели. На как... Ауди покатались, опять 50 тысяч пробегали. Да, 48 будет точнее. Короче, как всегда, на фотографиях одно, очень все красиво, все вкусненько, приезжаешь, а там пиздец. Как-то так. Тут выезд? Где выезд? Вот выезд налево, да? Ебать, слышь, откуда я узнаю, едет он там, кто нет? Вот это тут, блядь, выезд. Ну и напоследок обращение к коллегам. Мало ли вдруг у кого-то где-то стоит, может быть, не нужен, может кто-то продает не так дорого. Короче, у Матвея бюджет единица. Понятное дело, что за эти деньги найти очень тяжело какой-то живой прицеп. Те, что мы прицепы смотрели в Казани, 850-900 тысяч, ну, вы сами видите, да, дрова. Есть там миллион, миллион сто, миллион двести, но тоже не очень. Мало ли кто-то продает там за полторашку, может, за двушку, вот. Может, кто-то отдаст в рассрочку. Он сразу единицу занесет, ну и там через документ можно там по 100, по 200 тысяч, может, он будет отдавать. Вот, просто хочется помочь. Поэтому, коллеги, братишки, может быть, у кого-то стоит на базе ненужный, может быть, кто-то как-то сможет чем-то помочь, каким-то прицепом. Напишите на почту по-братски. Почта будет в описании, в комментарии прикреплю. Потому что нет смысла оставлять номер телефона, заебут просто такие вот, начнут названивать, написывать, поэтому просто на почту напишите, у кого есть прицеп, кто может отдать в рассрочку, кто может как-то чем-то там помочь. Вот. Не хочется просто за единицу брать дрова, ебаться с ней в дороге. Мы вчера в Калуге съездили, посмотрели, за 1,7 есть хороший прицеп, дяденька готов его отдать в рассрочку, вот,
но он его сейчас делает. Он его делал, восстанавливал. Сам прицеп 99-го года, вот. Но он выглядит вообще огонь. Он на нем там, он его перекрасил, и там новые ворота делает, и штора вся целая, и полы там новые, и, короче, ништяк. Вот. Но тут просто, ребята, есть один нюанс. Этот нюанс с документами. Там что-то с документами, если я не ошибаюсь, был он типа бортовик, бортовая площадка. А сейчас он с него сделал штору. И там, чтобы его поставить на себя на учет, ебля с пляской будет. Вот, поэтому, ну как бы, если ничего не найдется, то и этот вариант подойдет. Поэтому, короче, уважаемые коллеги, братички, просьба, может, мало ли где-то кто-то на Авито не выкладывал, может, просто стоит на базе, может, у кого-то под забором стоит, может, кто-то там в аренду сдавал, может, кто-то там отдаст в рассрочку. Прошу как себе. Мне-то он не нужен. Матвею просто хочу помочь с прицепом. Вот, поэтому спасибо заранее. За спрос в лоб же не бьют, поэтому спрос бесплатный. Ну, а с меня что? Магарыч, если кто-то поможет. Вот, ну все, всем спасибо. Поехали мы, короче, делами дальше заниматься. Ездим, ищем, катаемся, прицепы ездим. Проебали один прицеп мы в Тульской области, не помню, как город называется, стоял 1.2, вообще охрененный прицеп. Мы собрались за ним ехать, его сняли с объявления, продали. Не успели. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.